И всем привет, друзья мои. Если тебе интересен заработок от 5000 долларов в месяц и выше, ты в правильном месте и в правильное время. Видео, как всегда, у меня только для информации, только для ознакомления. Я несу ответственность за ваше решение и никогда никого ни к чему не принуждаю. На своем канале я показываю, чем занимаюсь, как у меня идут хорошо дела, как у меня все шикарно. Вы это можете видеть. И сейчас расскажу тебе о мастерской и о том, как вообще поменять свою жизнь, как стать финансово независимым и можно себе позволить все что угодно. Совсем недавно я говорил, что деньги нужно экономить, и сейчас я тебе говорю, казалось бы, совсем о другом, то что финансовая свобода, путешествия, там, отдых. Экономия такая штука, то что не надо быть полным жлобом. Это если ты уже хорошо зарабатываешь, вышел на приличный доход, это не значит, что тебе позвонили сегодня друзья, сказали, приезжай там к нам, давай там встретиться, там, или у тебя день рождения, там, ой, да не надо, там, я занят, да вот сейчас я 100 долларов на это, то есть отдам. Не надо быть вот прям вот совсем жлобом таким, и знаете, там, кто-то там у тебя просит денег, там бывает, или там даже как та же благотворительность. То есть другое дело, когда ты приходишь в магазин, когда видишь красивые джинсы, но понимаешь, что ты их носить не будешь, то, что они тебе не подходят вообще вот по размеру, и ты их покупаешь, да пускай будут. Увидел какую-то там дорогую картину, да пускай будет. То есть если ты деньги тратишь, у вас совсем не нужно тебе, то это, конечно же, это делать очень глупо. И вот такие привычки нужно исключать. Вот. А насчет инвестиций, насчет рисков, у меня тоже есть свои мысли на этот счет. Вот. Сегодня поговорим о мастерской, поговорим о том, как тут можно себе заработать на первую свою недвижку. Это единственный инструмент, где ты можешь заработать, и, причем даже без вложений, если на то пошло. Там при минимальных вложениях, там, не знаю, там 100, 200, 300 рублей, распространить это видео у себя там в своих соцсетях, там Facebook, там ВКонтакте, Instagram, просто можешь мое видео скопировать, ставить свою ссылочку, копировать видео с ихнего канала, вставлять свою ссылочку, показывать отчеты. Компания стабильно работает уже, я в ней нахожусь уже почти 3 месяца. Вот уже свой депозит скоро буду пускать на реинвест. Это одна из тех долгосрочных стабильных компаний, которые просто работают годами, работают даже не один год. И мы видим несколько тому примеров. Вот, насчет инвестиций. Вот, если мы говорили за богатых людей, то что богатые люди должны всегда собирать свои деньги, откладывать, не покупать себе никогда лишнее. Но это не значит, что ты должен прям жить вообще полным жлобом. Там никуда не ездить, нигде не путешествовать, там быть уж совсем. Ну, от тебя, конечно, многие люди тогда отвернутся, если ты так будешь себя вести. Ты придешь даже куда-то на какое-то мероприятие, и просто у тебя будут от этого убытки гораздо больше. Вот у меня такие мысли на этот счет. Но хочу тебе сказать. То, что без рисков вообще, вот ты открываешь бизнес, ты хочешь чего-то вылезти. Допустим, ты как-то вот не покупал лишнее там, если человек очень сильно хочет купить какую-то дорогую вещь, он там даже может, там, не знаю, там, не одеваться, там, ходить там в старых каких-то шмотках, там, телефон, там, не знаю, там, наушники, там, все что угодно. Ничего себе не покупать, вот, ему очень сильно нужна вещь эта. И вот так вот приходит к такому вот заключению. Вот собрал он какой-то капитал. И дальше это не выкинуть, я считаю, деньги. Когда человек инвестирует, он покупает опыт, он составляет, складывает свой инвестиционный портфель. Даже если где-то человек теряет деньги, то это не называется то, что деньги выкинуть. К примеру, ты открываешь какой-то бизнес, у тебя какой-то бизнес офлайн, и ты там, скажем так, ты вот везде старался там 1-2 доллара собирал, а потом раз, и у тебя минус там 1000, минус 5000 долларов. Ничего страшного, очень много миллионеров именно так вот и живут такой жизнью. То есть они себе стараются все делать подешевле, даже когда открывают бизнес, что-то купить подешевле. Где-то что-то у них не пошло, они это запомнили, они поменяли стратегию, они живут и они двигаются дальше. Вот так же самое и инвестиции, то есть нужно с чего-то начинать. Мастерская, что хочу сказать про мастерскую.
Для меня это очень шикарная платформа, единственный проект на рынке. Я скоро закрою, кстати, ранг. Я тут зарабатываю на пассиве, на активе. Я сюда проинвестировал 50 тысяч. И, как видишь, сейчас я заработал то, что я выплачено, уже 91 тысяча. Это порядка примерно 1000 баксов. Плюс 1000 USDT. Я уже сделал X2, благодаря тому, что я еще активно работаю. Останавливаться я не собираюсь. Скоро я получу бонус за оборот структуры. Вот у меня сейчас, как видишь, объем и эффективность моего портфеля. Это я неправильно считал. Я говорил тогда, что на депозит эта сумма будет. Но нет, у меня, допустим, капает 30%, будет 36% в месяц. Ну, если там 30-40, то будет там уже. И сейчас мне не хватает вот одного, как видишь, лимончика, чтобы сделать этот самый, получить ранг. Что я буду делать с айфоном? Я, конечно же, его хочу сюда вложить. Если у меня будет выбор, депозит или айфон, я выберу депозит. Почему? Потому что я хочу вложить сюда еще эту сумму, чтобы она в работе была. И, как вам говорил, у меня здесь цель, депозит сделать более 1 миллиона. И, конечно же, зарабатывать еще больше. То есть у меня несколько направлений, у меня несколько бизнесов, и на такие доходы вот можно выйти. Поэтому ты должен быть обязательно подписан на мой телеграм-канал, следить за моими новостями, за моими видео, если ты хочешь жить так же успешно, вот как это получается у меня. Вот, как видишь, вывод 1000 долларов. Все выплаты на моем новостном телеграм-канале, он английском, так как он международный. Пожалуйста, подпишись. Вот, чтобы не пропускать никакие новости вообще по всем направлениям, без вложений, если какие-то будут проекты. Вот так у меня дела. Останавливаться я тут не собираюсь, так как эта платформа, ну, на мой взгляд, это платформа на года. То есть я здесь вижу перспективу, построения структуры, делают каждый день отчеты, видеоотчеты делают. И, в общем, очень хорошо стараются. Очень много улучшений было, сейчас работают над приложением. Поэтому я для себя, ну, это направление не пропускаю. И я считаю, что в портфеле должно быть это направление. То, что я сюда проинвестировал, это были абсолютно полностью свободные средства, не кредитные, они не влияют никак на мою жизнь. Это абсолютно свободные средства, свободный капитал, который я могу себе позволить. Потому что риски всегда есть во всех направлениях, что бы вы ни делали, куда бы вы ни шли. Хоть это будет банк, хоть это будет ваш собственный бизнес какой-то, хоть это будет какая-то инвестиция, хоть криптовалюта. Риски есть везде, все взрослые люди. Вот. Но для меня это направление с минимальными рисками. Это раз. Второе, это то, что я вижу здесь перспективу, то, что я вижу тут, как тебе это сказать правильно, неограниченный заработок. То есть у меня тут нет каких-то лимитов. Как вот на работе, к примеру, когда ты работаешь и ждешь зарплату, там и какие-то премии там и так далее. Тут я могу зарабатывать хоть по миллиону в день, тут абсолютно нет никаких лимитов. Вот, поэтому, пожалуйста, делись в соцсетях этим видео, свою реферальную ссылочку туда вставляй. Вот, и таким образом ты себе наберешь партнеров каждый день, там добавляя по чуть-чуть друзей ВКонтакте с разных групп по заработку, там еще занимайся, развивайся. Нужно быть еще как активным инвестором, нужно очень хорошо увеличивать свои доходы, не топтаться на одном месте, не сидеть постоянно на пассиве, нужно постоянно работать. От этого растут твои доходы, твои заработки. Если ты хорошо распоряжаешься своими деньгами, правильно их инвестируешь с умом и так далее, твои доходы растут, растут, и это все уже вот как снежный ком накапливается, это больше и больше, и с каждым месяцем у тебя заработок твой в месяц будет больше и больше. Вот, друзья, ну и о рисках помним, и до новых встреч.